Юху! Всем привет! Я зовут Артём. Посмотрите канал Собираешь Ченел. И снова мы с Кащом и с его маленьким другом будем продолжать наше долгое приключение по этой длинной-предлинной канализации. С нами будет наша напарница Элвин. Мы продолжаем наш долгий путь. Выиграем одни из нас. Ребят! Так, по скрипту. Крич это кричка такая, я ее сам придумал этому Гратосу. Ну, Саш, что там про Крича рассказывал он. Про Крича. Ну, как понравилась такая фраза мне. Можно называть его так просто. Так, добряковым. Ну, как-то скучно тут. Что как-нибудь развлечься хотел там. Развлечься. Ну, что нормальная кричка Крич. Мне нравится там. А вам как? Наверное, тоже нравится там. Давайте так оставим, что ли. Ну да, тут можно вывести, кажется. Не, туда не доберусь. Только интересно как. Я не умею плавать. Сейчас покрутим, повертим тут всем. Заело. Ну, Джайл, кто сказал, не умеет плавать? Сейчас. Крещ сказал, что ли? Так, что тут крутить? Да трогал механизм, не работает он нифига. Проверял уже. Ну вижу генератор Крейч, вижу. Что с ним делать? Ну да, не доберусь до него никак. И как попасть туда? Молчит Крейч, молчит. Не знает, что делать. Давайте сейчас подумаем, как туда попасть. Может лучше будет покрутить у нас снизу. О, смотрите, что-то появилось там. О, нашел рычаг какой-то там, а нет. Труба просто. Давайте берем оттуда трубу. Ну все, можно там уже открывать врата этим. Генри, попробуй. Так, давай, Крэч, крути там. Раз, Крэч. Два, Крэч. Три, Крэч. Крути, Крэч, товарищ. А Крича тогда будет тут стоять, ждать нас. Я сплаваю туда. Глядите в оба. Да, сейчас плаваю. Итак, сплаваю вам туда. Тут ждите. Так, сейчас. Так, генератор тут слишком высоко. Может надо когда-нибудь воду поднять вверх? Ладно, поплыви сюда. Так, под водой что-нибудь есть, может? Какой-нибудь артефакт, там, медальон, может? А, видимо, нет ничего, ладно. Так. Сюда и туда. Вперед и назад. Пошли назад. Ага, верно. Тайник. Небольшой. Ладно, поехали наверх. Хопа, хоп. Так, сюда может. Пошли сюда сначала. А, нифига себе. Щелкун. Тихо, 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 тихо. Все нормально. Уложи его. Так, сейчас этого. Так, сейчас обойдем его. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо. Там на той стороне будь. Не подходи ко мне так сейчас. Пойдем все тихо, давайте, давайте. Так, тихо, все подберем, давайте вот так. Тихо! На тебя! Все. И новый нож сразу сделаем. Вот так. Так, нас уже ждет Крич. Так, Крич и такая кричка, сейчас повторяю, тем, кто на стрим пошел. Крич это кричка того негра, напарника. Сам придумал ее. Если что. Мне понравилась фраза эта, когда он говорил ее. Решил назвать так. Если кто не знает. Да! Жив пока. Так, все, Крич нас зовет уже. Пора идти к нему на помощь.
Блин, угораю от этой клички. Неплохо придумал. У тебя действительно как клещ ведет. На врагов набрасывался все время там. Хватает все время их. Прям как клещ. Давай, Эль. Ух ты! Неплохо придумал. Так, тихо. Сейчас покатаемся, Эвим. Во как покатаемся сейчас, во как, смотри, ха-ха. Ладно. Сейчас осторожно тебя подведу, так, давайте. Все, вылезай. Посмотри, ладно, куда нам дальше тут? Надо платформу, что если она висит, ноги клещи стоит. Ладно, пошли туда, давайте. Ладно, меня ждут уже, ребята. Давайте мы с клещом ждем. Тихо, клещ, не упади оттуда. А то ты плавать не умеешь. Прям как клещ не умеет плавать. Прям как это насекомое не умеет. На тебе. Ой, извини, случайно стукнул, тебя не хотел. Случайно на кнопку нажал, не хотел, извини, клещ. Перепутал кнопку. Идем, друзья, идем. Так. Ладно, пошли дальше. Когда тихо тут, спокойно, как никого нету. Ни зомби, ни бандитов. Как-то подозрительно. Возможно. Мы правда туда пойдем? Выбора нет. Ну да, выбора нет у нас. Только вперед идти. Я первый. Опа, нифига себе. Что? Сигнализация такая. Я ничего не слышу. Раньше здесь кто-то жил. Но, похоже, уже не живет. А, нормально, все тут никого нету. Как тут можно жить? Все равно нет никого тут. Нормально, если считаешь, что здесь безопасно. Фу. Кто сказал фу? Воняет чем-то. О! АБС нашел. Коротыш. А, кротыш. Ладно, пускай кротыш будет. Но девушки возьмем, что им. Так, давайте на другую сторону поставим. Вот, пусть справа будет кротыш. Тут стоит, а там кротыш будет лежать. Вот так. Лишний дробаш не помешает нам. Так, куда пойти? Налево и направо. Давайте нам... Направо сначала. Минные улучшены. Хорошо. Так, может быть, сначала сюда зайдем. Может, тут тайник будет. Тихо. А, нет, стоп. Не, обратно пойду давайте. Тихо, малые. Что забегаем. Ну что, возьмем давайте. Хоп. На тоже побьем давайте. А, нету места к строению. Ладно, все пусто тут. Пошли за клещом. Так, стоп. А, сюда. Что там увидели? Что там пяетесь вы? Кто там? Ай, ё-моё, зомби, тихо. Тихо, зомбак. На тебе. Помогай, клещ, помогай. Кусай его, клещ, давай. Кусай зомби это, давай. Впивайся в него. Что он не помогает мне? Что опять дураковая? Боже. Чувакун, тихо. Чуть укусил. Да. Теперь догадываюсь, что с ними произошло. Растут щелкун, они давно отсюда ушли. Надо идти вперед. И надеяться, что этих тварей не осталось. Хотя надежды мало. Что ты не помогаешь, клещ? Что как клещ ленивый? Одного стукнул весь он. Даже стоит там как вкопанный, не помогает с ним. О, патроны на дробаше отличные. Записка о дождевых... Дождевых что? А, неважно.
Так, а Гека ищи. Нет, он не поднялся. Кто с хрена КНС растает? Что тут прачечная делает здесь? Кто ее здесь сделал? То, что люди живут, то что им? То, что и сталкеры живем. Еда везде валяется. Химикаты всякие там. Одежда там немытая. Игрушки. Уже бомжи живем. Записка окруженного. Мы в ловушке. Кайл пишет. Ну да, кошмар в ловушке быть. Канализацией. Окруженным этими странными существами. Мачете возьмем, конечно. Мачете во всех играх такое оружие имбом. Почти во всех. Например, там Dying Light, Dead Island. Ну, почти имба. Зачем чуточку имба? Смотри, может это выход? Может быть. Высоко. Не подсадишь. Поищем другой способ залезть. Так, куда нам идти? Кэйч, говорим. Кэйч, куда идти? Сюда ж не залезть. Там высоко. Уже сюда ты идем. Кэйч, 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 нет. Ага, я в порядке. Это я. Не хочу с ним некротросом быть, не хочу с ним. Генри, помоги. Где Элвин? Хочу с ней пойти. Я не буду с некротросом идти. Да, жутковато. Да, знаю, как всегда. Шелкуны! Ой, то есть, не с некротросом, я не расист. Случайно сказал, то есть, выбрал случайно. Сэм, будь рядом. Генри, сваливаем к чертям! Береги его! Ну! Ладно, пойдем с Сэмом. Вы же там Сэм зовут. Ладно, пошли. Все будет хорошо. Ребята, я не расист. Случайно сказал одному слово такое. Давай попробуем. Не готов сказал случайно. Я имел в виду просто человек черной кожей. Хочу с черной кожей идти. Держись сзади. Я бегу, ты за мной. Просто зомби любит кусать этих черных. На них реагирует они больше. Ладно, не важно, шучу. Сюда идите, давайте, сюда замайки, сюда идти. Чтоб далеко бросил. У них такой уж и хороший слух, как кажется там. Так, тихо. Сейчас постелсим с ними. Как следует. Так как, на... Так как, ё-моё. Я же тихо шел, совсем тихо, максимально тихо. Как меня заметил? Да, ё-моё, это челкун. Блин. Да тихо, тихо. О боже, не надо меня трогать. Харе, зомби, харе, все, тихо. Так, Сэм, отойди. Отойди, Сэм, сейчас тебя убью, Сэм, что стоишь? Два челкуна, капец. Где мой молотов так сейчас? Я в углу, меня не видно. Меня тут нету. Так хорош, зомби. Сейчас меня покусают все. А, нормально, все нормально, я убежал. Так тихо ты, что у вас тут, сколько вас здесь вообще? Блин, как стелсить среди зомби. Ай, все. Блин, хотел стелсом побивать их тихо. У них, правда, слух отличный. Даже подойти не успел, зато слышать, нападает.
Давайте еще раз попробуем как-нибудь. Не хочу патроны тратить, у меня и так мало их. Там дофига зомби этих. Попробуем еще раз стелс сделать. Так, сейчас сосредоточимся максимально. Так, сюда идем. Зомбачиком. Да что такое? Что он меня слышит? Меня там за 2 метра слышит, так кирпич нифига. Что такое? Что ни кирпич не слышит? Метр был от нее кирпич, даже меньше метра. Сейчас подойду к ней, сразу накинется на меня, услышит. А это кирпич бросить рядом, нифига не слышит ничего. В общем, я тихо хожу, все равно меня замечает. Все заметила, наверное. А, нет, нормально пока все. Да и как так? Я даже подойти не успел. Так, как они слышат? Так, тихо. Так, хорош. Харе, харе, харе. Успокойтесь вы, зомбаки. Как вас мочить, когда вы каждый шаг слышите? Сюда давай, сюда иди, сюда щелкни. Как они меня замечают? Они же сэпы, как меня слышат? Я же на месте стою, не двигаюсь. Все равно ко мне подходит, я не знаю, что я здесь нахожусь. Они разве не сэпы щелкуны? Я вообще ни звука не сдаю, сижу тут. Они все равно подходят ко мне. Так. Уже попробуем еще раз по стелси, давайте. Так, а не, нифига, сколько их там, 5 зомбарей. Так, давайте применим другую тактику. Вот так. Мина-ловушка, которая издает странные звуки и привлекает внимание. Так что такое, что они не слышат ничего? Что бомбе не подходит они? Что не подходит к мине к этой? Что такое происходит? Что они не реагируют на мину на этом? Да и косочком бросил. Ладно. Попробуем еще раз стелс. Из-за угла вот так убьем. А тихо опять заметили. Что ж такое? Да тихо, тихо, тихо. Ха-ха, взорвал. Так, червонные остались. Да что такое? Сколько их там? Да сколько их там? Тоже орда целая. Сюда, сюда, сюда. Да куда вы сюда? Там, к мине идите. Ну что, мину не замечают. Во-во-во, сюда, сюда. И что мне с вами делать? Скажите, что мне делать с вами? Так, тихо, тихо, бабка, тихо, бабка. Езжать, езжать, сказал. Не вовремя бомба взорвалась. Совсем не вовремя. Так. Во, вот так получается, хорошо. Можно из-за угла начинать бить их кулаками, вот так. Спереться и резко начать нападать на них. Ну, смотрите. Так, сейчас, 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 сейчас. Опа, из угла, вот так. Первый нападать, чтобы не дай им укусить. А чтобы не укусили меня, то есть. Сразу же выскакивать, начинать бить. Вот так. Вот так надо зомби стелсить, значит, вот так надо. Подушить их и ножом заедать не получится, только кулаками, значит. Нападать первым. Никто ничего не слышит, вот так, смотрите, получилось.
Вот так, раз, два. Так, сейчас это же щелкун был. И нет. Это же щелкун. Нет, наверное, нет. О нет, щелкун, кажется, там. Мы живы. Все нормально, завоим. Мы живы. Да. Мы целы, нормально все. Все вышло. Патронов минимум потратим. И один коктейль молотого только. И пару там мин этих. Ну что, нормально получилось все. Можно считать нормально все. Все как надо вышло. Короче. Так. У меня места нету. Биту возьмем. Так, где же этот клещ находится-то? Ваши клеща искать. Он здесь, может? Клещ, ты где? Мы тебя ищем, найти не можем. Кстати, а где Элвин? Она же с ним пошла. И там они разные стороны побежали вдвоем. Я же когда подзабыл уже. Ну вроде они в одном направлении побежаем. Ну вряд ли они раздельно пойдут куда-то. Так. Похоже, их тут нормально. Много людей, в смысле. Похоже на то. О, класс. Тут его уровня как раз тоже надо. Мы возьмем биту, давайте. Так, малой, пошли. Может, твоего папочку искать. Батю твоего. Где он здесь? Где твой батя? Кэш, ты тут? Что-то я тут заблудился уже. Круги нарезаю. Так, молотов пригодится нам еще, давайте сделаем. Одну порцию коктейля этого, спиртельного коктейля, огненного, так. Мастер ножа, отражение атаки чекуна ножом. Потом посмотрим, что там такое. Нам побольше начало очков заработать там, то есть ТБ так найти, побольше. Фу, как тут противно, тараканы везде ползают, жуки, пиявки, фу. Ненавижу их. Просто терпеть не могу. Ай, фу, какая пакость тут. Почему они погибли? Я сам не знаю, сынок. Почему погибли? Не знаю. От голода, наверное, погибли тут люди всем. Скорее всего, какие-то такие тут сталкеры же какие-то. Так, где выход? Я заблудился совсем. Совсем заблудился. Куда идти мне? Ну действительно, куда мне идти? Он любит рисовать, и что? И к чему это он сказал? Смысл этой фразы? Ну куда идти? Я же каждый угол обыскал уже. Везде ходил. Каждый сантиметр обошел. А, сюда. Как я сразу не заметил эту штуку. Когда проходит, как сразу не заметил, как. Давай, кидай лестницу мне, без стоим. Нужно этого клеща найти. О, отлично, спасибо. Молодчина. Ну что, малой, пошли дальше. Идем. Это Эли? Скорей. Где они? Где вы, друзья? О боже, как вас видеть, привет, Кэйч, привет, Элвин. Наконец-то вы пришли, о боже, какая тут орда большая. О боже, это же щелкуны. А, это зомби просто, ничего страшного.
Так, куда нам дальше? Куда дальше выстреливать, думай. Давай. Да я открою. Сэм! Он прополз туда! Он что? Сэм, ты что творишь? Да, давай, давай, таракаша, сюда выезжай, выстреливай. Ну, пошли. Помогай, быстрее, мы скачем сейчас помоем здесь. По труба. Ну, давай трубу возьмем, что давай, быстрее бежим. Бежим, 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 бежим. Давай, Каэч, что ты стоишь? Побежаем. О боже, какое тут напряжение бешеное. Вниз, ладно, пошли вниз. О, все, зомби дверь там выбей, наверное, уже. Я сюда бегу, скорее всего. Наверх поднимаюсь. О, дробаш возьмем сейчас. Молотов, бомба, минам. Хороший арсенал тут. Битом, не знаю. Сади меня, я пролезу через окно. Заперто как так? Попробуй ее открыть! Там туда проедет или нет? Как это думаете? Я думаю, проедет. А как же ты? Выживу. А вы как читаете, сможет она или нет? А, смогла. Он тоже смог. Давай, Крэйч, быстрее бери дробаш свой, там что у тебя есть. Пистолет. Так, Крэйч, сейчас у нас будет тут трудная битва. Помогай мне. Где хочешь выжить? Дай ему это, дай ему. Дай куда-то ши. О боже. О боже, это же челкуны. Вот сволочи. Сразу два. Да тихо, тихо ты. На тебе. Бизнесмен. Зомби подобный. Быстрее открывать, если мы помрем здесь, с Крэйчем. Есть? Давай, быстрее. Пусти, пусти нас, пусти. Быстрее, давай, открывай уже. Закрывай. Давай, Крэйч, толкай. Все. Фух. Выбрались. Наконец-то воздух. Чистый воздух. Вы издеваетесь, что ли? Очень вовремя, ребята. Чтобы было весело. Где башня? Мы рядом. Все, пошли. Ну ладно. Крэйч сказал, мы рядом. Значит, так и есть. Крэйч всегда прав. Все-таки он Крэйч. Да-да, Крэйч. Крэйчером. Не самый прикольный момент жизни. В кавычках, кайчаром. Угу. Так, тут ничего нету. Больше за кайчатами. То есть за кайчами нашими. В кавычках. Только вместо того, чтобы стоять, зомби там поипают. То есть нападает на них. Хватает их. Вот она! А я что говорил? Теперь бы подобраться. Очень предпочитает ближний бой. Нормально, привыкла уж. Боюсь зомби. Пока шла с Генри, сама прибила пару зараженных. Можешь мной гордиться. Да. Большой городок тут. Давайте скрещем тут все осмотрим. Поищем что-нибудь тут пожрать тут. Как там здоровье у меня было, забыл уже. Я вроде сейчас на максимуме здоровья и нет. Мне там наполовине стоит. А как вы познакомились? Табрецким. Пусто все. О, Крэйч! Как ты туда попал? Крэйч, привет, сосед мой. Смотрите, в соседнем доме живет Крэйч. Надо же, Крэйч у меня сосед. О, возьмем это все, соберем, давайте вот так. Пусто-пусто все. Интересно, как тут было до эпидемии? Что стало, пошли. Даже представить не могу. Пусти, малый. Так что на втором этаже будет. Так, а где Крэйч? Он все еще там, наверное, на балконе стоит. А то есть на этой, как там называется, беседке.
Что-то было. Что-то было. Так, зарядим. Трубаш отлично. Так, все заряжено как надо. Так, все сделано на максимум почти. Дофига там всего наделанным. Куча всего, короче. Целый арсенал уже. Так, записка. Записка о бактериях. Кайл опять пишет там что-то. Ну да, смотри, какая идея. Кэш, ты где? Кэш. Как он туда зашел? Он забит этот досками всем. А вот он. Что стал? Что там смотрит он? Наверное, задумался, Кэш, о смысле жизни. Когда началась эпидемия, мне было... И о жрачке, что пожрать там. Я плохо помню это время. Но мы жили в местечке вроде этого. А что ты помнишь? О, барбекю. Родители устраивали охрененные барбекю, приглашали. Барбекю. Барбекю. Я до сих пор помню, я. Ну, вообще барбекю любит. Странно. Ну да, странным, как там сказано он. Ладно, пойдем вниз. Опа, высоко слышим, идут. Так, здесь спустимся давайте. Да, никого нет, тут пусто, как-то совсем пусто. Подходить. Это тебе не карантин. Где собаки? Они одичали. Вот суки какие-то. Во, какие. Да собаки зомби имеют. Можно их побить там со снайперки. Может, они там бешеные, что, я не знаю. Может, не подходите к ним вплотную, ни в коем случае. Так, емкость. Ну, первым делом емкости да, надо улучшить. Ну и разброс. Это самое главное дробовики. Так, отдача, ну тоже нормально. Скорость, ну не знаю, скоростные, зачем нам нужно. Вот перезарядка, попозже давайте усилим перезарядку. Так. О, бронебойность. Вот это очень пригодится нам. Емкость большая, это важное дело. Самое важное. Дальность. А смысл дальности? Да это дробаш все-таки. Зачем дальность ему нужна? Емкость. Кстати, это тоже емкость увеличим вот так. Ну все, думаю, тут уже ничего не надо. Но здесь дальность усилим все-таки. Отлично. Ну все-таки я не всегда вплотную дробаш использую. Иногда там на среднем расстоянии стояю. Бывает такой, такие моменты. Все-таки, наверное, данный спигодиста нам. Ну, возможно. Ну, всякое может быть. Так. Можно так как-нибудь из лука убьем. Давайте попозже. Пивка взяй, выпьем потом, когда перерыв будет. Сейчас мы сделаем бомбу. Все, сейчас точно на максимум все сделано. Все. Отдохнем немного, поедим тут. Две тайки пособираем. Кто чаю хочет выпить, руки вверх поднимайте. Похоже, никто. А что там каякаешь? Мало, что там делаешь? Может, свои ботинки там, что ли, там, чистит и что? Записка отца. Кара, а. Дочке записка. Хоп-хоп-хоп. О, патроны. Патрончики. Пистолетные. Так. Пошли тогда на балкон.
Так, собаки. Не знаю, может убить их. Может, там заражены чем-то, не знаю. Покусают нас еще и еще что. Отдай косточкам стоять, не попаду в них никак. А снайпер, скорее всего, разряжена у меня. Ну, вроде бы разряженным. Нужно побыть же подойти, вплотную. Собаша там наверх. Например, там пойнуть. И как-то эмоту наверх поджечь их. Ну там заражены, может, чем-то, не знаю. Ну не знаю, давайте попробуем поджечь. А, куда побежай, стоять? А ладно, да ну их. Убежай, ну и пусть. Мешать не будут нам. Не думайте, что я не люблю собак. Ну просто не... Всякое может быть тут. Может они там зомби бы, блин. Ну какие-то как-то странно выглядели они. На зомби бы и похожи. Не хотел рисковать, может они могли покусать меня, наверное. Ладно. Тут стоят, все отдыхают у нас. Можно собирать дальше тут все обыскивать. Это последний дом остался. Красиво, как тут ярко, тепло. Красивая графика, вы понимаете, графика какая классная. Офигенная графика тут. Ну, Ведьмак я лучше, по-ебому. Только жалко. Жалко, что этот через стрим все портится тут, когда на YouTube загружает этот стрим. Гораздо меньше становится качество изображения, жаением. Элли, я вроде нашел твои любимые комиксы. Ужасно портится оно. Куда я там стримил через там PlayStation на YouTube, там, потом с YouTube скачиваю, чтобы смонтировать как надо всем. Я бы на YouTube загружаю. Учитывая, там два же пояса изображения, когда на YouTube попадает. И в итоге вообще капец становится какой. Очень жалко. Так, 8.21.36. Вот, отлично, сейчас сейф откроем сразу. Так что там будет, наверное, какое-то улучшение для ножей, скорее всего, и там для птичек. А, ничего нету, только это. О, 50, и тайк, отлично. Так, вышай обратно на чердак. Так. Как знаете, еще жалко, что в играх бы не нападает там... Музыка там, это, как бы сказать, запрещенная музыка попадает на выигр бывает. Короче, жалко, что и на выиграх такая музыка попадает там. Только с авторскими правами. За музыками постоянно беды всякие. За экстримов. Потому что меня стримы ударять с этой музыки. Часто попадается в играх. С правами с этим, капец просто. Стараюсь поэтому как можно быстрее стрим ударить, когда заканчиваю его. Сайнс Ров там музыка была, и в этой игре тоже попадалась такая музыка. Поэтому ударяю как можно быстрее. Тут были цикады. Да, похоже на то. Чем я пытался обрезать ее там ударять? Я знаю одного человека. Это мой брат. Он был цикадой. Насколько я знаю, он... Поэтому в прохождениях там у меня бывает, что минуту звука нет из-за этого. Ну что, вы с нами? Полностью удаляю звук там, чтобы не было музыки слышно этой, когда монтирую этот стрим доделанный. Я надо вообще по 5 минут, может не быть звука в видео. Ну за капец это. Нафига разработчики оставляют баронную музыку в игры. То есть с правами музыку. Нафига. Я попробую. Потом ведь
И с Пэтчиком капец как приходится там. С этой музыки. Постоянно вырезать ее, там звук убирать. Нафиг эту музыку вырыть, тыкать с правами с авторскими. Одни биты за этих прав. Лезли ничего, сайнхи там вообще. Много за музыку права бы, ну и за им. Ну и за изображение там, за катсцены бы им права прикиньте. Авторские права на катсцены эры. Да вообще немыслимо. Чё-то я оставил прохождение Silent Hill, там, 3-го, 4-го, и Homecoming. Не стал удаять. Не знаю, что будет там. Удаять видео там это, заблокируют, наверное. И пока что там нормально всё с ними видео. Кажется, там только жалобы на нарушение прав было, и всё. За катсцены этих чёртов. Чёртовых. Ну фига на катсцены права делать. Подумайте, зачем это? Чтобы не снимая прохождение, что ли? Зачем это? И чтобы зарабатывать на этом. Ну дают разработчики. Зачем так это делать? Авторские права за катсцены обычной игры. Короче, оставил этим прохождением Silent Hill'ов. С катсценами. Не стал удаять их. Не знаю, что будет в итоге после этого. Даже вроде не серьезные бои за катсценами. Так, хочу два снайпера побить. Как подорваться к нему поближе, отсюда может. Скорее всего, его так не убить, надо когда подойти к нему вплотную там. Какой-нибудь проход там. Эй, тихо, 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 сколько их тут? Да что такое, блин? Сейчас на чё бьёт заходить всё заново. А, не сохранилось. Нормально. Ну, я чтобы по-быстрому повоевать всех бандитов там. Потом когда мы с нами добьемся. Чё где? Так, где он? Сюда иди, на тебе. Неплохо дробаш усеял. И правда там разъёт больше стал. И дальность выстрелом. Не зря качал всё-таки, не зря. Пригодилось очень. Улучшение это так. Так, это все больше кого тут нету. Да пошли сразу к снайперу давайте. Где-нибудь там сбоку обойдем дом, вход найдем. Уже где-нибудь черный ход сзади в дома есть. Точнее, здание там непонятного. С которого там стоит он. Да, куда вы спрятались? Ну что, боясь, сейчас сказал. Я не послышалось. И он сказал баем. Тихо, тихо. Жаль, не свидетельство. Уже правда нельзя убить его. Вообще не свидетельство. Скорее всего, он там. Ну, невозможно попасть. Уже там сквозь стекло стоит, что ли? А, нет, там открыто. Ну, так не попасть в него. Ну, скорее меня убьет, чем я его. Ну, такими темпами. Уже подобраться поближе к нему как-нибудь. Обойти дом. Так, через черный ход туда зайдем, давайте. Так, этот же, думаю, в этом доме, наверное. Ну, скорее всего... Да что такое за заперто? Так, ладно. Они точно тогда соседний дом там. Увы, есть ход. О, отлично, есть. Сейчас, сейчас получишь, снайпер. Сейчас тебя найду.
Я тебя придушу. И снайперку заберу твою. Так, тихо. Меня тут нету. Ищите меня там в другом доме. Тут меня нету. Бандиты нет меня тут. Так, сначала снайпера убьем, потом соберем тут все. Сначала от него избавиться там. А со мной потом. Так, где он? В какой комнате он находится? Ты здесь, наверное? Нет. Точно здесь, значит. Ах, какой хитрый. Так, тихо. На тебе, на. Ха. Еще давай. Ладно, все, хватит. Хватит жестокости уже. Вот его снайпер какая крутая. Это же СВДМ. Снайпом. На, о! Какая точная снайперка. Это же улучшенная оптическая прицел на ней. О, как классно стоять с нее. Мне бы такую получить. Себе. Навсегда. Моя какая-то так себе снайперка. Это гораздо круче. О, как классно. Как удобно стоять с нее, смотрите. Какой прицел удобный. Держитесь. Очень удобно и практично. Так, давайте выходите. На тебе, ха. Есть, бошку попал. Еще бошку на. То дальше. Ты, на тебе тоже. Ого, урон громадный. Сразу с одного выстрела бывает. А моя только со второго. Может, можно как-нибудь себе забрать. Знаете? Надеюсь, можно забрать ее. Очень хотелось бы, так сейчас. Промахнулся случайно. А сейчас попал на бегу. Так. Эй, тихо. Давай, сейчас... Да что такое? Подходи к нему. Ладно. Мне было лучше садить за ними. Не догодел, короче. Так, есть. Так, стоять. Так, справа никого нету, справа, пока все нормально. Так, где они? Тихо. Шустрый такой. Так, хорошо. Справа опять никого нету, все нормально пока что. Есть. Так, еще там. Где он? Где он находится? Где? Не вижу никого там, а вот. Так, сейчас. Ой, ё-моё, только не танк. Что угодно, только не танк. Как я его уничтожу? Как бы этот танк уничтожил меня? У меня там РБГ даже нет. И гранат тем более нет. Ничего я не повысил, ничего. Даже бочек взрывных нету. Чем мне убивать танк? Чем взрывать его? Так, нас, уходи оттуда. Эй, не подходите к нему. Не подходите к Крещу. Даже не будете к Крещу подходить. К моим друзьям. На, в голову. Так, держись, Крещ. Сейчас тебя спасу. Так. Так, тихо вы, куда порезаем? Какие шустрые. Да что же с этим танком делать? Как его там мочить? Что ж делать? Что с танком поделать с этим? Ого, открылось там. Сейчас. Так, сейчас надо на этого парня попасть, кидай это туда. Да вырезай оттуда, вырезай, сказал. Вырезай. Ты каялся как-нибудь. Нет, не, какой-то плейм вот какой-то. Во-во, вырез он. Сейчас надо попасть в него как-то там. Пойдем подождать, может. Да ё, мой жопу быстро, эй. Сука. Так, сейчас еще раз попытка номер два. Да вылезай уже оттуда, давай. Вылезай уже из грузовика этого. Из броневика, то есть.
Ты вылезай оттуда, что так долго? Я жду. Так, чуть повыше. Попал. Тихо, куда поехал? А, нормально все. Черт, вот это жестко. Так, это все. Ты в порядке, Сэм? Я в порядке. Ну, живой там и... Спасибо, Джоэл. Глянь сюда. Так, да что еще там у нас делать? Все, разобрались. Пора валить. Да что там еще? Вот так. Сэм! Опа, он живой, смотри, тянет. Генри! Куда я собаки взялись? Тихо. Сэм, ты молодцом? Так, это сейчас точно все. Точно? Нормально все. Пошли, пошли! Идем! Быстро, быстро. Еще зомби будут. Сейчас будет труднее. На тебе. Фига себе, какая снайперка мощная. Даже черкунов снова выстрела мочит. Бля, как хочу себе этот снайпер забрать. Как же хочу. Даже побежать прицел можно, офигеть. Моя вообще камня, наверное, там старая снайперка. Нет. Ни урона, ни прицела нормального там. Да, вытаскивай твою. Ай, блин, что-нибудь это взять всем. Блин, жалко. Ты живой? Пока. Нельзя взять Жейну. Все целы. Ладно, пора уходить отсюда. Идем. Пошли. Окей, дерзкие зомбаки. Бежим, бежим, друзья, бежим. Смываемся отсюда. Да гонишь ты. Нет, правда. В день рождения Томми хотел одного. Взять два Харлея. Вот туда жрачки тут. Самому есть захотелось. Хотел бы я прокатиться хоть разок. И умереть. Ну и как? Круто. Очень круто. Так, скоро уже стрим идет. Ты его слышала? Офигеть. 55 минут уже. Знаете что? Вам тут... Да думаю, пора заканчивать уже стрим. Нет, Элли. Это тебе не обычный мотоцикл, ясно? Ты садишься на него, двигатель ревет. С ума сойти! Правда? И откуда ты знаешь? Мне это приснилось. Ясно. Ну да, и вот. Какая там кычка у него была? А, кыч. Ну да, и вот кыч. Да. Детство впал в кыч. Тяжелее всего будет сказать это Сэму. Что ж, можно сказать, эти двое нашли друг друга. Что делаешь? Считаю, какую еду мы сегодня нашли. Ясно. И большой у нас запас сладких персиков. Перщики? Тебя Генри прислал. Что она намекает? Нет. А что, должен был? Ну как же, за мной присмотреть. Мы все отлично справились. Особенно ты. Что-то случилось? Не, все нормально. Хорошо. Ну, спокойной ночи. Как ты ничего не боишься? Разучились. Кто тебе сказал? Чего? А чего ты боишься? Случилось. Например... В чем дело? Например, скорпионов. Одиночество. А к чему вопрос этот? Боюсь остаться одна. Интересно. Ну а ты? Всех этих тварей. А что, если внутри них люди?
пленники в теле, которое перестало их слушаться. Вдруг так будет со мной. Окей. Его там укусили, что ли? Одна команда. Мы будем помогать друг другу, а еще они выглядят почти как люди, но это одна видимость. Генри говорит, что они в раю. Встретились с семьями и счастливы. Думаешь, это правда? Я сама не знаю. То есть, хочется верить. Не выходит? Типа того. Да, и у меня. О, я чуть не забыла. Сейчас отдам. Что там? Вот. О. Если он не узнает, то и не отнимет. Ладно, я спать. До завтра. А ему уже по боку, на игрушку эту. Ну укуси. Нифига себе. Что ж дальше будет, друзья? Какого событий будет, как вы думаете? Пахнет вкусно. Доброе утро. Где Сэм? Дал ему выспаться. А. Хочешь с ним поболтать, иди и разбуди. Ладно. Сэм? Что так? Опа. Ты что? Это же мой брат! Сэм! Твою мать! А, брат это его. Я думал, это его сын. Я путал. Элли, ты цела? А кто его выставил? Вон что он. Сэм? Крещен его выставил, что ли? Сэм! Эм. Генри. Элли, замри. Генри. Тихо, Крэйч, тихо. Успокойся, ты случайно это сделал. Ты не виноват. Тише, тише, успокойся. Это все ты. Тут никто не виноват. Это все ты. Генри. Генри, нет. Господи. О боже, что ты он сделал? Что-то вообще такое было. Я в шоке от такого поворота событий. Кошмарно. И все. Округ Джексон. Значит, мы рядом с Джексон-Сити? Осталось пара миль, не больше. Готов увидеть любимого брата? Сложный вопрос. Нервничаешь? Сам не знаю. Так, сейчас. Ладно, друзья. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, вам подписывайтесь. Продолжение будет в следующем выпуске. Всем до новых встреч. Удачи!